Под Нижним Новгородом на полигоне Мулино стартовали совместные учения сил организации договора о коллективной безопасности взаимодействия 2019. Опытом ведения боя обмениваются военные из 6 стран. Кроме России, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Участие в учениях принимают военнослужащие Костромского полка воздушно-десантных войск Ивановского соединения. Цель – отработать меры по противодействию терроризму. Всего на учениях на полигоне Мулино задействовано около 3000 военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники. Основная цель этих учений – это и повышение боевого мастерства личного состава, но главное – это организация совместного планирования, выполнения поставленных задач, организация управления, организация всестороннего обеспечения, ну и, конечно, это четкое взаимодействие между всеми силами и средствами, которые участвуют в учениях.